остались от старых холодильников насосы, тепловые насосы, которые гоняют фреон. Но они уже вышли из строя, и мне стало интересно, много ли в этих насосах металла. Это вот более старый насос, но он больше, а этот вот поновее пропал. Я сейчас их разберу и взвешиваю, сколько там находится меди, сколько черного металла. Вот уже половинку я с одной стороны отрезал. Масло, конечно, не очень хорошо. Укатывается. Ну вот, осталось последних сантиметров 8. Так. Наденем перчатки, все-таки грязноватая работа. Масло вытекает из этого насоса. Так, вот так вот. Ну, он уже был как бы ранее распиленный. Сейчас я вот здесь отпилю. Это провода. Вот. Убираем в сторонку. И вот здесь такая обмоточка. Вот она. Обмотка. Вот ее нам теперь оттуда надо выковырить. А как выковырить? Тут еще вот алюминиевый сердечник есть. Отпилим с этой стороны. Посмотрим, что здесь. А здесь сам насос. Кстати, насос мощный. Вот. Сейчас придется, наверное, вот так еще распилить.
с другой стороны также пилим. Так, с двух сторон отпилено, с одной и с другой. Сейчас попробую располовинить. Вот это место, по-моему, не допилил еще. Небольшой зубец. Вот. Он пока что-то не очень распадается, надо сказать. То есть вот так-то легко разобрать. Вот здесь. Смотрим. О, пошло раздвигаться. Вон, видите? Пошло раздвигаться. Так, вот так вот. Корпус. Располовинил я корпус. Не знаю. Так, вот он. Вот он сам насос. Это обмотка. Так вот. Ну, можно, конечно, откручивать. А можно. Вот она. Так. А можно просто разобрать. Ну вот крутим. Болтики, может, и пригодятся. Куда-нибудь. Один. Второй. Он был сжатый, вот этот поясок его держал, к этому поиску был прижатый. Поэтому раскрутить, конечно, можно было, чтобы не ломать корпус. Но моя задача сейчас не корпус, а сколько же в этом компрессоре, насосе, меди. Так, 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 так. Ну, откручиваем. Так, почему-то три болтика. Вроде как четыре должно быть. А вот он четвертый. Ну, чуть-чуть осталось. Никак не хочет отворачивать. Ну что, отворачивать, пришлось спилить. Так, вот он. Сам насос. С сердечником, с якорем. А вот это медь. Вот это вот медь. Как нам ее вытаскивать? Вытаскивать ее, я так думаю, обрезать надо вот эти вот места.
Можно, конечно, было обрезать это все кусачками. Но когда болгарка под рукой, что-то за кусачками. Нет, схожу все. Так. Эти вот. Шнуры, или как правильно их назвать, я не специалист по моторам, чем они тут их мотают, чтобы не распалась медная проволока, обмотка. Вот, конечно, можно было это не болгаркой резать, а вот такими вот кусачками. Но тут толщина большая, поэтому, наверное, болгаркой оправдано. С этой стороны все эти капроновые, а может и не капроновые, шнуры то же самое обрезаем. Для того, чтобы вытащить обмотку, обрезаем все-таки с одной стороны, с другой не надо. Потом мы сюда ее вытащим. Подсмотрел тут в интернете видео. Простые штуки, по-моему, канал рекламирую. Как он вдруг кончается диски у него. И он берет старый диск, которым пилил, так сказать, камень. Этот диск, его объяснение, вот здесь вот сточился алмаз. И он им пользуется в экстренных случаях. Но вот сейчас попробуем как раз простую штуку его. Медь не такой твердый металл. Вот на нем попробуем. Кстати, да, пилит классно. Обыкновенный диск. Ну, вот здесь вот немножко я перестарался. Ну, ничего страшного. Вот он. Разбираем обмотку. Видимо, отпилил я вторую сторону, которую не нужно было пилить. Ее надо вот так загибать и выдергивать с другой стороны. Вот. Поэтому, да тороплюсь еще, боюсь, фотоаппарат сядет. И чтобы он быстрее видео заснять, как бы тороплюсь и не посмотрел. Я вот эту медь, конечно же, соберу и взвешаю. Так, а вот здесь я должен отпилить вот эту сторону. Вот эту вот сторону. Диск по камню. Опять не накрошить вот таких мелочей, я помогаю кусачками. Вот так вот. Ну-ка попробуем вытащить.
Вытащить, вытащить. Где? Ушка губца. За отверткой все-таки придется сходить. Так, отверточкой сейчас подденем. Конечно, в нахалюгу разбираю. Нужно было это все сделать аккуратнее. Но моя цель — добыть медь и взвесить ее. Сколько же, будем говорить, в стандартном двигателе от холодильника примерно меди. Первый раз разбирал, у меня как-то немножко поаккуратнее вот с этой мелочью получилось. Вот она. Теперь надо выдергивать вот так вот частями. Иначе вылезет вот так вот. Так. Вот так вот и разбираем. Заканчиваю разборку. Разборку движка компрессора холодильника. Вот осталось тут совсем немного. Сейчас разбираем. Соберу все. И будем взвешивать. Интересно же, сколько же меди в двигателе от холодильника. Вот, разобрал я этот двигатель. Вот это вот медь. Вот это вот металлические части. Стальные, то есть. Стальные. А вот это мусор. Бумага, так сказать. Ну, вот здесь немного есть алюминия, ну сколько тут, ну может быть 100, может 200 грамм. Я его взвешивать не смогу, потому что он присоединен к чугунному, так сказать, вот такому насосу. Он заклиненный, естественно. Вот это корпус разобранный. Это вот куда медь в сердечник, или как статор в обмотку, которую ее держит, пластины здесь набраны. Ну и сама медь. Сейчас буду взвешивать и примерно вес узнаем мы. Ну, сложил я медь вот такой, как бы, кусок корпуса. Корпус весит кило 580, а здесь 2 килограмма 510. Это значит сколько? 580 минус 2 510 минус кило 580. Получается около 1 килограмма. Не хватает 70 грамм до килограмма. То есть 930 грамм меди. Ну, там еще кусочки надо доложить. 30 грамм, наверное, не будет. Ну, будем говорить, 930-940 грамм меди вот в этом моторе, который я разобрал. Вот. От чистого железа или стали, ну, стали и чугуна, здесь 11 килограмм 920 грамм. Ну, минус примерно грамм 200 алюминия еще будет вот в этом якорь. 11 килограмм 920 грамм. Все. Всем пока, вернее. Может, кто-то будет разбирать. Ну, можно кое-что взять с этого насоса. Пока.